Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы очень много просили в комментариях. Группа Нервы, а песня под названием «Счастье». А вообще, я помню эту песню благодаря клипу, где снималась Мария Уэй. Напишите в комментариях, кто вообще помнит, кто такая Мария Уэй. Где алдовщина ютубская, а? Я вас жду. Я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Я не хочу курить после любви, я хочу наслаждаться тобой. Ничего не надо говорить, ты без слов прогнала мою боль. Ты не такая, я даже не знаю, как описать тебя. Нет слов, просто нет слов. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. Счастье мое быть с тобой вдвоем. Счастье мое возвращаться домой, когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. Разбор на укулеле. Данную песню можно сыграть в оригинальной тональности и с простыми аккордами. Единственное, мне очень нравится эта песня именно с оригинальными аккордами, поэтому я вам покажу и те, сами выберите, что вам больше нравится. Оригинальные аккорды. Первый аккорд, аккорд Фа диез М, какое сложное название, но простое в исполнении. Зажимаем с вами третью струну на первом ладу, далее четвертую и вторую струну на втором. Далее у нас с вами идет аккорд D. Зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд А. Зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. И последний аккорд, аккорд Е. Вы можете его зажать как типа оригинальный аккорд Е. По-другому мы зажимаем первую струну на втором ладу, а третью и вторую струну на четвертом. При этом большим пальчиком аккуратненько приглушаем четвертую струну. Вот у вас, пожалуйста, аккорд Е. Или же можете сыграть аккорд попроще, аккорд Е7. Берем четвертую струну на первом ладу, далее третью и первую струну на втором. Фа диез М, Д, А, или Е7 потом, или Е. Можете Е7 далеко, чтобы не ходить. Вот это будет связка оригинальных аккордов. Если брать не оригинальные аккорды, то там все очень просто. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее к этой конструкции зажимаем вторую струну на первом ладу, и получается аккорд Фа. Далее идет аккорд С. Это первая струна на третьем ладу. И последний аккорд, аккорд G. Зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. То есть получается АМ, Фа, С и G. И данные связки аккордов играются от начала до конца, поэтому и в куплете, и в припеве все так же. Можете брать любую из этих связок и играть на всю песню. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Что касаемо боя, вы можете взять любой рисунок, который вы уже умеете играть, или же больше пойти по оригинальному бою. Тут можно сыграть или восьмерку, или шестерку, или разновидность шестерки, один бой на два аккорда. Сейчас покажу, что имею в виду. То есть смотрите, если мы берем с вами шестерочку небольшую там с разновидностью, по-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, там вот последний удар мы сделаем вниз, чтобы было нам удобно. И тогда получится, что на первый аккорд мы играем два удара вниз,
А на вторую доиграем вверх, вверх, вниз, вниз. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. С аккордами это будет выглядеть следующим образом. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Это с оригинальными аккордами, не с оригинальными аккордами, то же самое. Или же можно взять восьмерку, то на первый аккорд также мы будем играть два удара вниз на один аккорд. Вниз, вниз. А на второй аккорд доигрывать то, что осталось. Это вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть смотрите, на первый аккорд вниз, вниз. На второй доиграем вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Такая огромная непонятная структура, поэтому, пожалуйста, отдельно в медленном темпе отработайте самостоятельно сначала вот только этот бой, далее без слов с аккордами в медленном темпе прям. И только потом добавляйте слова. Это я вкратце вам рассказала видео, как петь и играть одновременно. Если что, на канале есть вот отдельно этот видосик, обязательно посмотрите. С боем более-менее я вам объяснила, выбирать, что вам удобно, на что вы можете спеть. Разбор на укулеле. Первый куплет мы как раз-таки играем с этим самым боем. Я не хочу курить после любви, я хочу наслаждаться тобой. И ничего тебе не надо говорить, ты без слов прогнала мою боль. Ты такая, я даже не знаю, как описать тебя. Нет слов, просто нет слов. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. Или там аккордики, вы помните, да, то, что говорила. Вот так вот будет выглядеть у нас с вами куплет. В припеве же все немножечко иначе. На первые два аккорда, вне зависимости, какие вы там возьмете связки аккордов, мы делаем два удара вниз и глушение. А вот на третий, четвертый аккорд мы играем бой. То есть смотрите, что получается. Счастье мое быть с тобой вдвоем. Счастье мое возвращаться домой, там-там, когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Дальше у нас с вами идет второй куплет. Аналогичным образом играем его, как и первый. Я не хочу искать сотни других, черты которых не видел в тебе. Ты заменила мне целый мир, спасу этот мир от всех бед. Ты не такая, как все не такие, как ты. Но мы друг друга нашли все наши мечты. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. И пошел, собственно, припев. Счастье мое быть с тобой вдвоем. Счастье мое возвращаться домой. Когда вокруг бесконечный бой, в моем сердце мир, в моем сердце покой. Далее, после припева у нас с вами идет такой небольшой распев слова «счастье» два раза. Играем так же, как играли в припеве. Типа «счастье». В конце у нас с вами есть такая небольшая кода. Мы поем строчку «Я не хочу курить после любви». Сразу все с боем, и при этом ее играем 4 раза подряд. То есть получается «Я не хочу курить после любви». Я не хочу курить после любви. Я не хочу курить после любви. Я не хочу курить после любви. Теперь давайте соберем всю песню полностью. Я не хочу курить после любви, я хочу наслаждаться тобой. Ничего не надо говорить, ты без слов прогнала мою боль. Ты не такая.
языка, я даже не знаю, как описать тебя. Нет слов, просто нет слов. На моем плече засыпает мое счастье, счастье, счастье мое. Возвращаться домой, когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Я не хочу искать сотни других, черты которых не видел в тебе. Ты заменила мне целый мир, и я спасу этот мир от всех бед. Ты не такая, как все, все не такие, как ты, но мы друг друга нашли все наши мечты. На моем плече засыпает мое счастье, счастье, счастье мое. Возвращаться домой, когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Счастье, счастье. Я не хочу курить после любви. После любви я не хочу чукурить. После любви я не хочу курить. После любви. Если у вас возникли вопросы по песне, то обязательно почекайте по тайм-коду, я там все подписала, расписала. Ну или же напишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Ну а если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. А для всех любителей группы Нервы, я вам напоминаю, что у них целый плейлист на канале с их разборами. Обязательно посмотрите, почекайте и научитесь играть. Ну а кто хочет поддержать мои труды и старания в финансовом плане, то вы можете задать мне любую сумму на донат Alerz или подписаться на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.